совместно Борисом Моисеевым. В альбоме есть песни в дуэте с Виктором Бронюком, группа ТИК, Соей Горбачевой. Мне очень приятно, что мои друзья Леночка Бернацкая, Сережа Куликов, Лариса Редько, Алексей Склифос, Леночка Винявская, Леночка Романова. Конечно же, мой огромный друг, который живет в Москве, Аслан Ахмадов, который снял даже два клипа для песен из этого альбома. К сожалению, его сегодня с нами нет, но он передавал тоже «Два часа ночи». Большой привет всем! И мы готовим красивое видео на новый сольный концерт. Это все будет совместно с замечательным режиссером, стилистом Асланом Ахмадовым. Я не могу не поблагодарить авторов песен. Руслан Квинта, один из самых талантливых музыкантов в Украине, всегда звонит и дарит мне свои песни. Юрия Никитина и всю команду. Юра спешил, но, к сожалению, у него маленький, или, к счастью, у него маленький ребенок, и, к сожалению, он, наверное, просто не успел, но, может быть, еще подойдет. Боже, как я люблю эту девочку. Сколько талантливых песен. У меня еще есть две песни, которые я могу спеть, которые Маричка мне подарила. Я считаю, это цвет украинской нации. Вот сегодня она у меня в гостях. Марусечка, солнышко, ты проснулась. Она сказала, я буду обовязком. Прощание, все это было или не было. Просто верни мое сознание черного цвета или белого. Кстати, сегодня еще есть мои друзья группы Дизио. Они просто живут не в Киеве, но тоже передавали всем огромный привет. Но представители группы Дизио здесь! Ваши аплодисменты замечательным друзьям. Само собой случится. Но если все, что скажет сердце, ты поймешь, оно совсем нельзя не так, как раньше будет биться. Когда однажды встретила его, казалось, все вокруг остановилось. Одно мгновение счастья моего. И ручки бабушки, поддерживай еще раз! Я люблю его за то, что рядом с ним теплее лето.
не потому что от него светло, а потому что рядом с ним я расцветаю. Еще раз звучит. Я люблю его за то, что рядом с ним теплее лето. Не потому что от него светло, а потому что рядом с ним я расцветаю. Бывает так, что сами мы себе никак не разберемся. И даже если бесконечно влюблены, то слезы в нем, то искренне смеемся. Я о тебе так сладко говорить, пусть даже все слова мои простые. И знаешь, как легко мне в этом мире жить, когда с тобой такие мы уже родные. Я люблю его за то, что рядом с ним теплее лета. Не потому что от него светло, а потому что рядом с ним я навсегда. Люблю его за то, что рядом с ним теплее лета. Не потому что от него светло, а потому что рядом с ним надо света. Мальчики, вам восхищаются, ручки повыше! Завтра почти заканчивается. Спасибо огромное операторам, журналистам, друзьям, в первую очередь, моим друзьям, которые меня поддерживают каждый день. Спасибо! Я люблю его за то, что рядом с ним теплее лето. Не потому что от него светло, а потому что рядом с ним я навсегда. Еще раз огромное спасибо компании Мама Мьюзик, которая 5 лет помогала мне принести этот год. 5! Человек, который делает самую красивую одежду для всех моих концертов, Сережа Куликов. Юрочка, огромное спасибо, несмотря на этот легкий осенний дождик, сегодня у всех солнечное, утреннее, радостное, сногсшибательное настроение, которое подарило вселенная под названием Ирина Пивы. Спасибо, я тебя люблю. Ирочка, пусть в твоей жизни всегда будут рассветы, а закат как-то немножко подожди. Пусть рассветы будут во всем хорошем, супер новых хитах, классных и драйва тебе в жизни. Спасибо, представители группы Дзидзё. И, кстати, во всех клипах Надя снимается в главной роли, поэтому тоже актрисе аплодисменты. Ириночка, творческий клуб. Я и Сара модна пара. Это ты, Сара, да? Ваши аплодисменты! Ириночка, творческий клуб успехов. Спасибо вам большое за сегодняшнее утро. Как мне попалась записка с вашими вкусными котлетками, то, что действительно самое лучшее утро – это утро с Ириной Белой. Спасибо. Ярочка, молодец. Самый большой привет от группы Дзидзё. Очень классная презентация и очень интересная. И точно, что не забудется. Ну да, встречать при дожде утром рассвет. Но, я думаю, если того стоит. Так, наилучшие пожелания и работать дальше в творчестве. Незабываемый рассвет под замечательную музыку. Очень душевный, классный альбом. Хочется его слушать еще раз и еще раз. Я подготовился, включил в iTunes, прослушивал превьюшки. Вот. И понял, что рассвет. Чесно, всі гітари, які записую для тебе, в кожну нотку, в кожну страну вкладаю всю любов, всю душу. І чесно, я дуже радий, що в мене є можливість працювати з тобою. Я думаю, що це тільки початок нашої спільної творчості. Дякую за бій. Думаю, що це все смогу
могут оценить нашу живую работу, когда придут на наш сольный концерт, потому что я очень рада, что уже с 6 апреля в моей жизни благодаря Оросу есть замечательный живой коллектив. Вот, и очень ждем, конечно, окончания. 8 квітня буде сольний в Палаці України. Чуть позже. Ну, але буде. Просто до Пасхи не будемо делать, после Пасхи. Я Іру люблю більше частини свого життя. Можна щось плохое сказати? Ні, я поганого не знаю. Я зараз хочу сказати, що завжди знаю, як за неї переживає її мама. Завжди знаю, як переживає за неї Глібчик. Я щаслива, що Іру оточують завжди хороші люди. І ви знаєте, такий момент, Іра, всі запитували, а ви знаєте, що Ірі в житті є любов? Я знаю, що є, але не знаю, хто, і ніхто не знає, хто. Всі знають, хто. А я не знаю, хто, але цього нам всім дуже хочеться насправді, щоб вона нас любили, щоб ви розуміли, що найважливіше для будь-якої сильної жінки, коли серце її нагріте, коли воно горить, коли вона любить і коли люблять її. Я щаслива, що у Іри це є в житті. Ну і мене запитують, а правда Іра хороша людина? От всі, кого ви запитаєте колись, яка Іра, всі особливо, хто близько з нею, перше, що скажуть, що, ви знаєте, Іра дуже хороша людина. А це так непросто залишитись дуже хорошою людиною в такому жорстокому світі. А бажаю. Кожна студія Люксюс, як сюди необхідно. Вона абсолютно не повторюємо. Ну, питання вірно сказали. Ребят, вчора розробили дальше ночі. Сказала, що сьогодні ми утром встрічаємо вас з помогою. Встаємо по-любому. Тому що це хвалю вас. Такого пропустити невозможно. Ми тебе любимо. Ірочка, я хочу сказати, що наша сім'я – це для нас родной близький чоловік. Так не тільки не однакова личність і сьогоднішній такий от праздник, який ти нам устроїла, але це все в твоєму характері, в твоєму лице. І якщо б Сонечка була немножко постарше, вона б обов'язково прийшла вместе з нами. Поэтому тебе поцілуйчик. И мы тебя очень сильно любим. Ребята, ну такое утро точно не повторится. Ни в Украине, ни в Америке, ни в Италии. Мой первый муж. Или... Ой, извините. Это лишнее, я поняла. Ну, я хочу поздравить с этим долгожданным событием. И сказать, что, конечно же, самая большая любовь в жизни Ирины Билык – это, очевидно, музыка. Ее песни, ее творчество. Я желаю, чтобы так было всегда, чтобы она творила еще как минимум 100 лет, радовала нас своими новыми замечательными песнями. Конечно, Катя Осадчая, которая сегодня пришла в гости не в качестве, возможно, телеведущей. Он вернется. Катюша, два слова. Мы дружим уже не первый год, поэтому... Ты хочешь, чтобы я сказала тебе? Ну, ми знайомі дуже давно, стільки вже не живуть, скільки ми знайомі. Ти навіть, ми з тобою знайомі тоді, коли ти мене не пам'ятаєш. Я хочу побажати їй, аби, власне, в тебе ось таких ранків було якомога більше. Ранків з коханими людьми, ранків з друзями, ранків і світанків. Коли не хочеться лягати спати, а хочеться ще довго-довго говорити. Я тобі бажаю, аби ось цими ранками писалося. Тому що я знаю, наскільки важливо для артиста і саме для композитора писати. Писати, аби не втрачалося натхнення. Ось я тобі бажаю цього натхнення, аби писалося і аби ці пісні, які ти пишеш, ставали хітами. І аби їх вони були улюбленими всією Україною і не тільки цією. Дякую тобі. Одно на всіх сіяніє. Мені достатньо взяти мікрофон і сказати, що це хороше я тобі. Многі сьогодні з вас мене спрашували о личній житті нашій. Нашій любимій звезди. И когда человек счастлив, ты же счастливый человек? Очень. Вот, когда особенно женщина счастлива, она не хочет разглашать о своем счастье и говорить, кто он. Потому что это нужно оставлять для себя, для дома. А свое счастье давить просто вот так вот всем, правильно? Я просто всегда думаю, а вот
если спросить у каждого журналиста, вот кого он любит, с кем он живет и с кем он спит, вы ответите? Вот, девушка, с кем вы спите? Кого вы любите? Кого любите и спите, это бывают разные люди. Поэтому вот иногда журналисты промолчат. Поэтому я вас очень хорошо понимаю. Но мы желаем, мы, потому что действительно, и Виталик, и я, мы так много поем для зрителей на сцене, чтобы люди понимали, что надо любить одного человека, дарить счастье одному человеку. Чтобы люди верили друг другу и понимали друг друга. Ради этого мы поем и живем. А я хочу пожелать настоящей женщине, великой украинской артистке, счастья и здоровья. Да? Давайте поаплодируем, Юрий.